накал. Сквозь пенсию накал. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет, пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял, будь на связи. Хорошо. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Нет, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камня ударилась. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но... цело. Ну, поехали. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. А, черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. Ха, нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Один ящик закреплен. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага. Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься.
Фура подцеплена. Можно тащить. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Все, давайте. И поднимаем. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Постараемся. Так, нашел второй ящик. Положу к остальным. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Я на месте. Вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Ну, красота. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. Рейк, скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Стоп, это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Эй, сколько вы здесь пробудете? Мы только подняли эту штуку. Дайте нам еще час. Сворачивайтесь побыстрее. Другие корабли ждут. Не волнуйтесь. Лет на 10. Потом закончу. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь? Нет уж, спасибо. Лучше нырять, чем торчать в конторе. Секунду! Ну, все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция.
Ну-ка, давай. Окажешь честь? Да, давай. Спасибо. О, ты смотри. Медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжища. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи, у этого источника есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Ну ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная работа. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Вот кто нужный. Нет, нет, нет. В этот раз без меня.